Когда ты не ешь, сейчас будем разбираться с вами непосредственно по часам, какие процессы в твоем организме происходят, когда ты пропускаешь завтрак, обед, ужин. Будем разбираться с вами, ребята, сейчас с деструктивными, разрушающими последствиями отсутствия пищи, с наоборот даже очень инвестирующими процессами, которые происходят, когда ты не ешь, потому что есть и разрушающие, и созидающие. И это видео посвящено разбору всех тех диет, где мы используем голод как инструмент. Не понимая голод, и не понимая не только голод, но и отсутствие голода, то есть когда ты ешь, что ты ешь. Это очень важно. И когда ты не ешь, как ты это делаешь, то тоже очень важно. Какие гормоны, какие процессы, как уходят килограммы жира, как уходят килограммы мышц, когда вы не едите, как разрушаются катаболизмом объемы ваши, которые вы хотите сохранить, и как саркопения, уход мышц и прибавление жира могут вам угрожать. Ребята, сейчас мы с вами разберемся со всеми этими вопросами, как так называемые лечебные голодания работают на ваш организм, где вы можете на дров, а где вы можете по-настоящему спасти себе жизнь. Э, в прямом эфире, как всегда, сейчас разбираемся. Пожалуйста, подписывайтесь большими пальцами вверх, поддержите. Каждый Божий день мы с вами в этих наших подкастах вживую работаем из моей студии. Мы каждый день с вами разбираем ваши вопросы, которые вас интересуют. О, здоровье, ребята. И каждый день я с вами вместе здесь, на этом, так сказать, по-честному и очень непростом месте, где вы доверяете, я должен... Оправдать это доверие для меня, как для человека, для специалиста, как для педагога, как для автора ведущего диетолога очень важно донести до вас все знания по-настоящему. Правда? Потому что вы доверяете, ребята, вы доверяете все эти годы. И сегодня давайте разбираться. Значит, смотрите, очень популярна тема так называемого интервального или периодического голодания. Многие не понимают, как есть, во сколько есть, что есть и что нужно делать, когда ты по-настоящему уже начинаешь есть, потому что... Ну, научи дурака молиться Богу, он расшибет себе лоб. Смотрите, какая проблема, ребята, здесь. А... В первую очередь, да, давайте обсудим цели и мотивацию отсутствия пищи. Для каких целей и с какой мотивацией мы приходим к этому моменту. То есть у нас есть несколько целей. Первая цель, там, кто-то интересуется банальным похудением, кто-то интересуется банальным, ну, не знаю, что вы можете прочитать в интернете, там, излечись от диабета или рака, да, то есть какие-то такие, значит, громкие заявления, которые не несут в себе толком никакого смыслового, нагрузочного формата, да, ну, ты там, тебе говорят, там, не ешь там до обеда, и у тебя не будет там рака, да, ну, никакой научной поддержки в этом нет. И вот люди просто вот с наскоку, знаете, вот, на, как вы там заходите, Купить такой-то, такой-то предмет, и тебе там насыпает, например, какой-то китайский там онлайн гигантский магазин рекламу, и ты заходишь, и с наскоку там хотела ботинки, по итогу купила подсвечник, лампу, люстру и кучу всего на свете, нагреблась как дурак-блох, и вот это вот сидишь потом с этим, э, с этой помойкой китайской, не знаешь, чего с этим делать. Вот вы часто заходите в интернет с поиском каких-то вопросов о здоровье. И вы нагребаетесь дальше этой информацией, дальше особо одаренные так сказать, деятели на просторах интернета, которых вы видите через камеру, ребята, и у вас, знаете, как призма такая, то есть обычный человек, который ни хрена толком не понимает, который сидит вот на этом конце у которого нет ни опыта, ни знаний, который прочитал где-то в интернете статью и сделал видео. Вы смотрите и думаете, о, вот это чувак, которому я доверяю, да, вот это человек, специалист, которому... Дальше вы не задаете вопросы, а там физическая форма человека, да, там он здоровый, нездоровый, какой опыт у человека, какая база знаний. Вот, вот это важно. Вы насмотритесь, да, людей, которые вам через призму камеры, да, кажется, что это вот прям ого-го, я буду доверять этому специалисту. Пожалуйста, ребята, проверяйте, перепроверяйте. Почему я с вами все эти годы. Почему такой у нас послужной список? Тысячи людей, которые прошли оздоровительный курс ПГ-марафон. Более 8,5 тысяч людей, анализы которых я рассмотрел, которым мы помогли укрепить здоровье на и Республики в рамках ПГ-марафонского нашего проекта. То есть это рабочий практический инструмент, который дает вам прецеденты и знания, ребята. То есть я с вами этим делюсь не просто где-то насмотревшись, да, в интернете эксперименты на мышах, и я толком ничего не понимаю, и просто до вас доношу, знаете, как вот пересказ. Часто люди дум... любят делать. Вот наши ролики смотрят и дальше там делают пересказ. Одаренные фитнес и всякие разные блогеры, и инфлюенсеры и прочие другие люди пересказ в каком-то формате то, что мы с вами делаем, ребята, это опыт, знания и практика. И вот что действительно произойдет, если ты будешь не есть? Почему нужно не есть, а пока когда нужно есть? И вот одна из первых мотиваций, с которой люди входят вот в это не есть, она абсолютно неправильная. Не есть люди входят с мотивацией, потому что они вчера наелись, как свинка пепа, а сегодня у них угрызение совести, и они решают сделать 48 часов голодания или еще какую-то хрень, простите, типа, чтобы искупить свои грехи. Это первая мотивация, которая перед людьми стоит, когда они э, не имеют дисциплины. Они пытаются с наскоку закрыть все свои косяки, все свои э, недочеты, все свои вот эти вот убогие решения э, и типа вылечить да, свое обжирательство или там лишний вес. Э, часто пишут. А вот семидневные голодания, а вот 14-дневные, это вот люди, которые годами и десятилетиями не дошли до такой ручки, что они настолько отвратительно себя чувствуют, им хочется вот прям одним мощным махом, они думают, что они что-то могут изменить. Так это не работает, ребята. За одним мощным махом даже кошки не родятся. Поэтому вам нужно понять, что вот история искупления, индульгенции и голодания своих отсутствующих в объемов культуры питания, так это не работает. И за дня, блин, в день. Монотонная дисциплина тебе нужна. Ты можешь вообще даже не делать никакие голодания. Не нужно. Вообще не нужно а там отсутствие этих. Завтракайте, обедайте, ужинайте. Только правильно. Будьте достаточно активны, и у вас будет уходить вес. Голодание не для этого, не для того, чтобы похудать. До да они для других целей важны, нужны и для других целей они точно не нужны. Так вот, не нужно заходить с мотивацией типа я сейчас, да, отголодаюсь за все свои косяки и за все свое скотское мусорное отношение к своему телу. Так это не работает, чепуха. Значит, вы сорветесь к обеду и будете снова жрать пончики. Лучше позавтракайте кусочком мяса и бекончиком каким-нибудь там, э, и яйцом, и сделайте себе нормальный прием пищи, чтобы вам не было голода, просто уберите сахар и сладкое, понимаете? Это вам нужно. Убрать сахар и сладкое. Но ну, сейчас мне... Я супер глубоко об этом. Вторая история, люди, которые заходят на голодание, они заходят испуганные раком или диабетом, или у них у мамы, у бабушки, или у них там врач сказал, вы знаете, у вас там меланома, или там вы знаете, у вас там диабет, да, люди от страха пытаются что-то решать, что-то куда-то бежать, хвататься, ну, тоже не совсем правильно мотивировать, нет, вы правильно делаете, что вы пытаетесь что-то изменить, и я вам сейчас помогу принять правильное решение, как инструмент там интервального или периодического, или там отсутствия за может, а может и не может вам помочь. Вы сейчас сами сделаете выводы. Смотрите, ребят, много кривожопой, простите, мотивации, которая не нужна, и ты пытаешься, знаете, как вот люди, они потратят всю свою кредитную карту, да, или наберутся потреб кредитов, и у них там на 100 тысяч 500 миллионов кредитов, потому что у них отсутствует культура финансового поведения. И дальше они пытаются истерически Скреч-карту купить на заправке и в лотерейку выиграть джекпот, чтобы закрыть свои все долги и кредиты. Вот это вот как относиться к голоданиям точно не нужно. Это не палочка-выручалочка, которая тебе там чего-то да быстро решит твои косяки и проблемы. Так это не работает, ребята. Значит, давайте разоберемся что такое для начала вообще в принципе, да, там вот эти вот голодания, вся вот эта вот история, то есть что зачем идет. Значит, смотрите, вот у вас есть прекрасные, замечательные такие часики, которые я сейчас с вами буду разрисовывать. Значит, у вас есть 24 часа в сутках. Значит, 24 часа у вас в э, сутках. И очень важно понимать, от чего отталкивается процесс голоданий. Когда считается голодание голоданием, а когда это просто, там, да, ну, скажем, Такая история с немного отдаленным э, завтраком. Вот так вот скажем, мы это с вами назовем. Значит, смотрите, вот ваши часы. Наша ручка. Э, возьмем красную ручку. Значит, смотрите: э, всегда отчитывается ПГ-протокол, или ПГ это периодическое, э, э, периодическое голодание или интервальное. ИГ, ПГ, как-то так вот вы можете это называть, или просто отсрочка, отсрочка завтрака. То есть у вас идет процесс следующий. Все это основывается на циклах сна. И цикл сна, ребята, категорически важно понимать. Потому что все, вся методика, весь смысл, вся смысловая нагрузка, вся идея этого интервального голодания, она строится только на понимании гормонов. Да? И вот моя практика на себе, в мои почти 40 с тремя детьми со всей ответственностью за все эти последние там, 12 лет практики интервального голодания, э, с тысячами людей работы, да, кто, кому, как это, все, все уходит корнями только в гормоны. Это еще раз, не палочка-выручалочка, чтобы типа айда похудейка, это не Какая-то история: там быстрее боремся с раком, потому что последние 20 лет мы там гадили в свое здоровье. Так это не работает. Вы должны понять, что это медленно работающий инструмент, который, может быть, вам пригодится. Но вы должны понимать, как он работает по-настоящему. -по, по сути, усредненно. Да, усредненно мы все спим в полночь, да, кто-то в 11, кто-то в 10, кто-то в час-два. Для простоты счета, с полуночи будем считать, когда вы доходите ко сну, когда начинаются новые сутки. И получается такая история, у вас когда вы спите, на каждую 90 минуту сна наступает так называемая глубокая фаза сна. И глубокая фаза сна, она э, важна определенной функцией. Вот эта глубокая фаза сна, которая каждые 90 минут наступает. И не факт, что вы спите все 3-4 фазы сна. Часто вы просыпаетесь к детям, часто вы просыпаетесь по 50, часто вы просыпаетесь там какой-то синдром ночного аппетита, еще какая-то чепуха разная есть. Вот нас интересует хотя бы одна глубокая волна сна за ночь. Если она произойдет, это будет уже большая победа. Возьмем, например, вы гли спать в, двен... в... 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 в полночь, вот у нас, да. 0 часов 0 минут. И вот у вас час 30, вот здесь вот это вот очень важная история, смотрите. В час 30 ночи наступает первая глубокая фаза сна, и в эту глубокую фазу сна происходит очень важное событие. Да? То есть вот у вас, получается, на часах мы отметим, смотрите, мы легли спать вот здесь, да, в полночь. Вот это очень важно. Мы легли спать с вами в полночь, первые часы. И где-то в час 30 вот здесь первая волна выработки очень важного гормона, который вы должны понимать, как он работает. И он работает еще раз. Только вырабатывается этот важный гормон, который вам нужен, на котором строится вся идея интервального голодания. Он вам очень нужен, потому что когда вы проснетесь, он будет у вас в крови, будет с вами работать. Так вот, Первая волна, вы видите, в 12 вы легли спать, в час 30 примерно у вас идет отсчет и вот эти волны вашего сна. Мы возьмем там идеальную картину, и, например, вы там спите хорошо, качественно, и у вас следующая волна выработки или глубокая фаза сна в 3 часа ночи. И вот у вас уже может быть даже и две волны выработки СТГ. Первая в час 30, потом в 3 часа ночи. Ну, возьмем вот в таком ключе, да, идеалистическую картину. Хотя, еще раз, как бы номинально, если ты спишь там 6,5-7,5 часов, то у тебя чисто теоретически э, и в 4.30 еще может быть э, выработка э, значит, важного этого гормона, к которому мы сейчас с вами подходим. Вот этот гормон, он называется growth hormone, гормон роста, самототропный гормон роста человека. Внимательно, он вырабатывается в вашем мозге, и гипофиз в вашем мозге работает очень важным форматом. Смотрите, он вырабатывает этот гормон роста, который в вашем организме много функций важных выполняет. Защита э, опорно-двигательного, э, сохранение мышечной массы, жиросжигание и остановка такого гормона. Вот он называется грелин. Вот этот гормон, видите, вот он, грелин, гормон голода. И вот эти процессы работы... СТГ, самототропного гормона роста человека. Они в организме благостны. То есть, еще раз, он в печени конвертируется в чистый гормон роста, дальше он переходит в IGF-1, инсулиноподобный фактор роста 1. Но чтобы вы не путались, жиросжигание, защита мышц, укрепление опорно-двигательного, остановка аппетита, и работа. Видите, у вас укрепление опорно-двигательного, жиросжигания. И вместе с этим вы можете рассчитывать, например, на где еще работает СТГ, самототропный гормон роста человека. Он работает не только в этих трех местах. Он работает на коже, на волосах, работает в каждой клетке, потому что он в кровотоке находится. Этот IGF-1, Изначально это гормон роста, да, который выработался гипофизом у вас вот в эту глубокую фазу сна. Может быть один раз, может быть два раза за ночь. Еще раз, я основываюсь не на теории и практике на мышах и крысах. Я работаю э, все эти годы, ребята непосредственно закрепляя все эти знания в исследованиях анализов крови людей, которые приходят к нам по геморафону, мы всегда сдаем гормон роста, мы всегда сдаем все остальные гормоны, мы всегда пытаемся контролировать вот этот процесс, чтобы максимально людям объяснять, как в их практике, в их жизни, в их бытовухе это все будет на них работать. Так вот, смотрите какая штука. Это, еще раз, знания, которые абсолютно практические, ребята. Первая фаза, вторая фаза, третья фаза. Но если у вас нет ровного сна, не факт, что вы будете спать там 90 минут беспрерывно. Да? А, разные бывают ситуации. Вы встаете из-за тревог, вы встаете из-за там детей, вы встаете из-за пописать, из-за того, что там у вас синдром ночного аппетита или еще какая-то история. Разные бывают там коты, собаки, что угодно, ребята. Смысл в том, что в большинстве случаев, хотя бы раз за ночь, у вас будет окно, где мы опустимся до глубокой фазы сна, и если мы с вами смотрим, да, у вас, например, там, вы уснули, вы проснулись в 12.30, потом вы уснули, вы проснулись там в 2.20, вы уснули, и потом, опа, 90 минут получилось. Берем идеалистическую картину, раз или два хотя бы была секреция этого СТГ, самотрубного гормона роста человека, и он у вас повышенной концентрации находится в крови, то есть он на вас работает. Что происходит дальше? Дальше происходит следующее, вы просыпаетесь, ну, например, во сколько вы встаете, там, в 7 утра, да, например, возьмем, в 7 утра вы встаете. В 7 утра вы встали. Вы можете в 6, вы можете в 8, не суть, важно. И вот это самая главная сейчас история. Вот этот гормон роста, который у нас с вами выработался ночью, да, в какую-то из фаз сна. Вот это важно. Ночью в какую-то из фаз сна выработался ваш гормон роста. Вы проснулись в 7 утра. Соответственно, гипофиз уже не генерирует гормон роста, потому что вы бодрствуете. И когда вы бодрствуете, э у вас есть две четко выраженные работы вашего организма. Работа вашего организма, значит, симпатерик, значит, выражена в двух типах центральной нервной системы. Сейчас уйду в дебри чуть-чуть, максимально просто постараюсь вам объяснить. Смотрите, вас, да, мозг, нервы, вся вот эта вот история. И смотрите, у вас есть симпатическая и парасимпатическая нервная система. То есть, чтобы вас сильно не грузить этой всей историей, вам не нужны все эти как бы там детали, глубокая вся история. Но смотрите, симпатическая нервная система, вот она, это центральная нервная система, которая отвечает за поиск пищи и выживания, которая работает, она должна работать на вот этом в глубокую фазу сна, выработанном гормоне роста. Она создана эволюцией на этом работать. И вы будете иметь высокую физическую выносливость, высокую да, там, когнитивную функцию. То есть вот этот гормон роста, он категорически важен в вашем организме. Еще раз, выработался ночью во время сна, конвертируется в печени в инсулиноподобный фактор роста, защищает мышцы, укрепляет кости, сжигает и тормозит э, грилин э, значит, э, и понижает инсулин. То есть все благостные процессы, которые по итогу, да, мы сейчас с вами обсудим, да, с чем борются. Но вот это вы должны понять. Симпатическая нервная система, когда вы проснулись в ваши э, 7 утра, ваши в ваши 7 утра вы проснулись вот здесь. И работает симпатическая нервная система. И у вас концентрация гормона роста, которая была в какую-то точку, в организме держится высокой, да, как бы, продуктивности. И поехали. Получается, смотрите, вы, если не поели в 8, и в 9, и в 10, и в 11, и в 12, то есть вы проснулись, у вас высокий объем СТГ, и у вас, смотрите, какая штука, у вас вот этот объем гормона роста сохраняется в своей высокой концентрации, например, аж до 12 часов дня. И вот вы не едите до 12 часов дня, и, соответственно, работает симпатическая нервная система, высокий объем СТГ. А что произойдет, если вы, например, поедите, вы проснулись в 7 утра, и у вас в 8 утра, например, завтрак. Да, вот так, в 8 утра у вас завтрак. Вот такая мощная, хорошая точка. В 8 утра, если вы позавтракаете, то произойдет следующая ситуация. Значит, на прием пищи... И, естественно, да, у вас значит, инсулин левел. Значит, на прием пищи, как на естественную реакцию организма, ваша поджелудочная, видите, вы позавтракаете, и у вас пошел уровень глюкозы наверх, и, соответственно, каждый прием пищи прет наверх уровень глюкозы. Вместе с ним, вот здесь у вас, да, синим идет, это инсулин. Инсулин это своего рода антагонист вот этого гормона роста. То есть у вас есть гормон роста, который вырабатывается гипофизом ночью и будет держаться в высокой концентрации в вашем организме благодаря тому, что вы не едите, и работает симпатическая нервная система. Вот она, симпатическая нервная система. Это специфическая функция. Да, там у вас, значит, зрачок расширенный, это уменьшено количество слюны, это сердечный ритм, соответственно, легочный ритм, значит, меньше работает желудок, и как бы выражена работа печени, значит, и уменьшена либидо, например, да, вот это вот такие вот функции, там уменьшена перистальтика кишечника, то есть активность, гормон роста, симпатическая нервная система, тогда, когда вы проснулись, и не едите какое-то время. А если вы проснулись и поели, вот эта жирная синяя точка, да, это вот прием пищи. И на вот эту точку приема пищи, да, приходится, да, э, скачок в организме, естественно. Оно не может не быть, э, вот этот, да, скачок глюкозы после еды. У вас, естественно, вырабатывается инсулин. И соответствующим образом, если у вас инсулин э, выработался, то с этого момента гормон роста и симпатическая нервная система свои функции складывают, и они уступают их парасимпатической нервной системе. И у вас вот это все время, пока вы не ели, и у вас был высокий СТГ для определенных функций, которые мы сейчас с вами обсудили, оно заменяется вот это все время на работу вот этой другой центральной нервной системы, которая называется парасимпатическая, которая включается на момент приема пищи. Парасимпатическая. И здесь у нас, смотрите, сужение зрачка, иной сердечный ритм, усиливается перистальтика кишечника, половая функция усиливается. То есть, видите, какая штука, ребята? У любого живого существа есть две важные функции. Выжить и размножиться. И выжить и размножиться, эта функция, она, ну, краеугольный камень выживания любого живого существа. Мы с вами живое существо, так, Homo sapiens, вершина, бла-бла-бла, эволюционного там э, творения. И получается, у вас... Еще раз, как у одноклеточной амебы, как у кита или у жирафа, у тигра или у вас, у человека, две да, четко выж... выраженные функции ⁇ выжить и размножиться и у вас за выжить отвечает вот эта центральная нервная система, которая называется симпатическая. Симпатическая нервная система отвечает за выжить, то есть высокая физическая выносливость, то есть вот эти все гормоны благостные, о которых мы говорим, защита мышц, жиросжигание, активная физическая функция и прочая история. И это может на вас работать, если вы проснулись после ночи, и у вас, да, в определенную фазу сна был выработан ваш гормон роста, и вы молодцы, вы пошли дальше гоните. Или вы проснулись, вы позавтракали, и у вас, соответственно, на прием пищи скачок и инсулина, и глюкозы, и у вас включается парасимпатическая нервная система, которую мы тоже прекрасно понимаем, как она работает, и она тоже нужна, потому что она сейчас за другую функцию размножится размножится, парасимпатическая. То есть вот это выжить, вот это размножится. Вот это выжить, это размножится. Проснулся без еды, активность, движуха, работа, продуктивность, вся история. Поел, снижается темп, сон, размножение. Базовые центральные нервные системы, которые в вашем организме вы можете выбрать, когда они будут работать, опираясь на знание и интеллект, понимаете, у амебы, у жирафа и у тигра нет таких знаний, у них нет интеллекта, у них нет как бы самосознания, у вас оно есть, и вы можете полагаться на знание, как это работает, и, соответственно, по итогу на нашем как бы формате у нас есть две противоположные истории, вы проснулись, и пока вы не едите, работает высокая концентрация гормона роста в организме, и он, соответственно, вас делает здоровее, вы делаете себе хорошо с жиросжиганием, вы восстанавливаете опорно-двигательный, и самое главное, что э, для природы, ну как бы для такого генетического формата, понимаете, это мощный сигнал к э, сохранению распределении клеток большего количества там, генетической ДНК информации, у вас медленнее процессы старения проходят. Если у тебя на более регулярных форматах синий формат, да, инсулин и прием пищи парасимпатической, то процессы жиронакопления, старение отправка вас на биологическую так называемую пенсию, они более ярко выражены. То есть человек, у которого избыток калорийный, а если у вас есть завтрак, у вас по-любому есть избыток калорийный, потому что набрать вам нужно в день полторы-две тысячи калорий. Полторы-две тысячи калорий вам нужно в день. Ребят, много не нужно. А вы перебираете, и вы в калорийном избытке. И будучи в калорийном избытке, ты по-любому находишься также в риске, потому что всегда, всегда, всегда калорийный избыток, и еще и неправильный БЖУ в этом случае, ассоциируется у нас с главным убийцей современного человека. Это метаболический синдром. Метаболический синдром – это то, что является корнем главных вот этих вот трех убийц современного человека. Это ишемические болезни сердца, это рак и это инсульты. Вместе с этим поликистозы, жировая болезнь печени, значит, диабеты, значит, прочие все моменты, естественно, инсулиновая резистентность, это все в метаболическом синдроме, это все от переизбытка калорий, это все от того, что у нас слишком часто приемы пищи, потому что нам не нравится чувствовать голод, потому что мы привыкли, социально отсутствие голода означает заботу, Означает да, как бы э, э, комфорт, но опираясь на генетическую ДНК информацию, на гормональный баланс на исследования антропологические мои, которые я все эти годы веду, то есть как развивался наш вид, длительность до да, жизни, то есть у наших предков длительность жизни намного меньше, потому что мы жили в условиях, где любой порез, любая травма, любая там какая-то история э, могла и скорее всего да была очень, ну скажем, укорачивающая жизнь. То есть мы с вами в современном формате, вот где мы Homo sapiens, с пищевой промышленностью, с современной медициной. Мы с вами можем жить очень долго, но мы залечены обычно после 45 до дыр, и качество жизни слабое. С сохранением современных всех достоинств ваших в плане э, как бы и пищевой промышленности, и культуры, и отношения к телу и знания э, э, о теле мы можем уверенно заявить, что если вы будете пользоваться телом корректно и не будете включать без дела парасимпатическую нервную систему, то вы будете жить драматически больше, дольше, и качество этой жизни будет значительно выше, чем если вы просто полагаетесь на современную медицину в плане вот у тебя диабет, вот тебе лекарство, вот у тебя рак, вот тебе лекарство, вот у тебя гипертензия, вот тебе лекарство. То есть на это полагаться, это менеджмент симптомов. А вы можете вообще не иметь эти симптомы, если вы будете использовать корректно эти знания, и ваше тело будет реализовывать свой ген Генетический потенциал то есть в вас вложено 110 лет жизни в вашем теле если бы вы жили 300 лет назад ваш бы мог э, доконать какой-то там элементарный порез который привел бы к заражению крови и поскольку у вас нет ни пенициллина ничего вы умрете от заражения крови э, в 22 понимаете э, родовые все э, риски были ку сумасшедшие абсолютно сейчас этого нет если ты сломаешь руку то ты пойдешь наложишь гипс но если ты заработаешь диабет, то ты не идешь за инсулином или за метформином. Смотришь мой ролик о диабете, как с ним разобраться, своим абсолютно прекраснейшим форматом отсутствия э, переизбытка углеводов в рационе. Так вот, ребята, суммарно, да, что мы говорим, если мы полагаемся на знание о организме, если мы полагаемся и мы знаем, что нам нужно ради здоровья, долголетия, качества жизни вот эту историю с приемом пищи в 8 утра отменить, то вы, соответственно... Имейте, да? Вы уснули в 12. В час 30 первая секреция гормона роста, в 3 вторая секреция гормона роста, в 4.30 еще одна секреция гормона роста. Все это мы знаем и видим, как это происходит, опять же, на анализах крови ребят, которыми мы работаем все эти годы. И в глубокую фазу сна гормон роста пошел, работает его основная функция защита мышц, сохранение, скажем, высокого тонуса в организме, высокая производительность и жиросжигание, также торможение грелина, гормона голода и... Uh, у вас работает симпатическая нервная система, которую мы сейчас с вами обсудили, как это все выражено. Uh, у вас нет приема пищи, нет скачка, инсулина, нет приема, да, как бы калорий. И вы молодцы. У вас вот эта функция, видите? Вот прием пищи, и уже после приема пищи вот эта синяя шкала, которую я вам нарисовал, ее нет. То есть, у вас пара симпатическая не включается, у вас работает только симпатическая. И вы проснулись, получается, в uh, 7 утра. И у вас высокая концентрация гормона роста ведет вас, да, и опа, уже полдень, так, хорошо. А что будет дальше, если мы с вами, например, э, выдержим и после полудня без пищи, да, после полудня без пищи? Например, после полудня без пищи мы можем, ну, например, ориентироваться, что первый прием пищи у нас будет в 4 часа дня. Вот так, да? И вот мы аж до 4 часов дня дотянем наш вот этот... ПГ протокол, протокол отсутствия завтрака. То есть что вы можете, когда вы проснулись? Вы можете кофе чай, вы можете МСТ масло, которое повышает количество кетонов в вашем организме и да, вам облегчит голод. Вы можете холодный душ, вы можете поспать, если есть такая возможность. Но сохранять вот эту высокую концентрацию СТГ, которая с ночи с тобой идет, любой ценой, любой задачей, любой абсолютно возможным форматом. И если ты ее сохраняешь до аж 4 часов дня, то вы представьте себе, вы встали в 7 и у вас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9 часов работы вашей симпатической нервной системы, низкого инсулина ярко выраженного после ночи секретированного гормона роста, который все это время жир сжигает, омолаживает, регенерирует, восстанавливает, и для вас это мощнейший инструмент, то есть та самая палочка-выручалочка, которая э, вам поможет выглядеть лучше, ну чисто вам, да, как бы такие бытовые моменты, выглядеть лучше, чем ваши одноклассники, да, чувствовать себя лучше, продуктивнее, и вы будете больше успевать, и это, соответственно, будет в остальных сферах вашей жизни сказываться драматически более продуктивно. То есть у вас нет сонливости, у вас высокая когнитивная функция, вы больше по работе, соответственно, будете по итогу получать больше повышений, больше будете зарабатывать денег, если вы предприниматель. То есть вы можете, вы будете, ребята, становиться лучшей версией себя, потому что пока у тебя высокая продуктивность и работа с симпатической нервной системы, ты просто можешь свернуть горы. Опять по себе скажу, ребята. Я знаю, на что был способен там 20 лет назад и сколько я успевал за день, не знаю, что успеваю сейчас, спустя 20 лет, и какая форма физическая, в которой я нахожусь. Это потрясающе абсолютно. И тут, да, идут истории о катаболизме. Катаболизм, часто говорят, что катаболизм это разрушающий процесс, катаболизм катаболизм, это разрушающий процесс вашу мышцу для получения энергии в вашем организме, катаболизм разрушит мышцы, если ты не будешь завтракать или даже не будешь обедать, катаболизм, это опасно, также это все опасно гипогликемией, значит, гипогликемия, отсутствие приема пищи, падающий уровень глюкозы крови, когда у тебя головокружение, тошнота, отсутствие фокусов, то есть все, что я вас просил, да, вы высокий фокус, продуктивность, крутое хорошее самочувствие, все это может быть аннулировано падающим уровнем глюкозы, потому что у тебя в организме инсулиновая резистентность, и тело забыло уже, как иметь эту высокую продуктивность. Чтобы не было гипогликемии, вы берете МСТ масло каждые, например, 2-3 часа, которое является кокосовым, настоящим, биоорганическим. Столовую ложечку, оно вам поднимет уровень кетонов, и вы будете себя классно чувствовать. МСТ масло. Все раз, холодный душ поднимет уровень глюкозы, избавит вас от гипогликемии. То есть гипогликемия не страшно, на первых порах это может вызвать какой-то дискомфорт Потому что все время завтракали да? Или, например, у вас лишний вес У вас желчный рефлюкс Вы просыпаетесь, у вас уже тело готово переваривать Такое тоже очень часто случается И Ребята говорят, тошнит, потому что у меня желчный рефлюкс Газы, там еще какая-то Ваше тело, как собака Павлова, адаптируется То есть у собаки Павлова как? Свет, слюна, да? рефлекс приобретенный Свет, слюна Значит сейчас будут кормить Вот у вашего тела Проснулись, скоро будут кормить. Вырабатываем гормон, а, значит, не грелин, гормон голода, вырабатываем пищеварительные энзимы, такие как желчь и поджелудочная, и желудок, и вам нужно уже есть с утра, потому что вам плохо, дискомфортно, а чтобы этого не было, вы берете ромашковый чай, который тормозит все эти процессы и нейтрализует ваши э, пищеварительные энзимы, которые вам не нужны с утра, чтобы ваш высокий уровень работы гормона роста э, и работала симпатическая системы, соответственно отсутствие пищи подразумевает незадействованные вот эти пищеварительные энзимы, да, и, и вот история там. А вот будет желчный рефлюкс. Приобретенно, если вы привыкли есть, как свинка Пепа, вы его нейтрализуете первую неделю, в первом, первую половине дня или натриевой лечебно-столовой водой, типа боржом, синтуки, поляна квасова, блинская кислота, там у нас чешская вода, она распространена достаточно, натриевая лечебно-столовая вода, где натрия больше тысячи. Или ромашковый чай, 3-4 чайные ложки на пол-литра, кипяточком залили и пьете в первую половине дня, и будет счастье прекрасно, не будет никакого дискомфорта. И через недельку уже ваше тело адаптируется, и такое, о, нам не нужно переваривать ничего, поэтому энзимы пищеварительно оставляем. Забудьте и париться по поводу камней в желчном. Тоже частый комментарий. А вот будут камни в желчном. Ребята, камни в желчном пузыре. Значит, ни разу за мою практику я не видел образованные камни, которые бывают разных форм. Значит, смотрите, билирубиновые камни, холестериновые камни. Вот это вы должны понять. От чего происходит это? Происходит это из-за того, что концентрация желчи в вашем желчном пузыре, она низкая. То есть вы все время едите, у вас все время опорожнен желчный, у вас нет концентрации желчи, у вас образуются холестериновые или билирубиновые камни. И если у вас будет высокая концентрация желчи, а у вас, еще раз, когда вы не едите, у вас желчный заполнится и дальше секреция прекратится и у вас не будет рефлюкса с лишней желчью вам поможет справиться ромашковый чай а с вашей а желчь, в желчном будет концентрироваться. И получается, смотрите, как это значит, выглядит на самом деле. Вы не едите, концентрация желчным желчном достаточно высокая. И вот эти вот холестериновые камни они не могут образоваться, потому что холестерин будет нейтрализован пищеварительным энзимом, который в желчном пузыре будет концентрация до 10 раз повышаться, когда вы не едите. Это важно очень. Еще раз: камни образуются не потому, что человек не ест. А потому что человек как раз часто ест, часто ест. Холестериновые камни, билирубиновые камни. Из-за того, что ты часто ешь, ни разу еще от отсутствия завтрака я не видел за практику работы с тысячами людей образования камней. Это невозможно. Невозможно. Это точно так же, как утверждать, что я хочу пить, потому что я выпиваю стакан воды. Понимаете? Ты хочешь пить, потому что ты не пьешь камни, потому что у тебя порожнен постоянно желчный. Поэтому будьте внимательны на мисс-информацию. Так вот, смотрите, какая штука. Значит, нейтрализовали лишние пищеварительные зимы, выпили вашу водичку. Мы можете кофе, чай, вода, все. Задача иметь минимум калорий. И жир в этом случае, МСТ масло, которое я вам показывал, МСТ масло, он, во-первых, кстати, может запросто занять и вашу желчь лишнюю. Но, опять же, МСТ масло получает хорошо кетоны и при этом... МСТ масло не даст вам вот грилину, чувство голода, там сильно вас заморачивать. Особенно на первых порах это будет очень сильно помогать. И отсутствие завтрака в этом плане, оно обосновано. Да, мы такие, о, круто, супер, отлично. Мы активны. У нас, да, если еще получится сделать на, в этом окне 9 часов, там мы проснулись всем. И до 4, если у вас получится собрать ваши замечательные 10 тысяч шагов за это окно, то вы еще и потратите большое количество калорий в отсутствие пищи. То есть вы будете непосредственно жить разжигать во время значит, отсутствия пищи и работы симпатической нервной системы объем энергии которую вы потратите на физическую активность он будет в вашем организме востребован из жировых депо самым эффективным из которых если вы сможете пойти на дорожку и сделать там 60 минут скорость 5 угол 5 вы включите вот эту вот кардио зону 2 и зона 2 значит кардио Кардио. Это пульс 110-120. И сейчас зона. Если вы на дорожке находитесь в зоне 2 кардио, у вас вот разные до да, уровни 120, вот это, вот, да, вот 120, 110, вот это вот зона 2 кардио. Фишка какая? когда вы э, на 70% вот этой зоны 2 кардио находитесь там минут 60, видите, здесь вот нам рекомендуют там 60-80 минут, да, сделать ее, видите, даже 90 вы можете делать, без проблем, если у вас есть время. Короче, когда вы не поели и пошли на дорожку и в легком формате со скоростью 120-110 ваш пульс и вы делаете 60, а то и 90 минут вашу кардио нагрузку, то непосредственно вся расходная часть будет из жира. Но самая крутая фишка, что через 20 минут минут после начала кардионагрузки, через 20 минут после начала кардионагрузки непосредственно гликоген, то есть глюкоза, прекращает сжигаться, и ваше тело переходит на сжигание жира. То есть все, что после 20 минуты выполнения зоны 2 кардио, пока вы активны, будет непосредственно из жиросжигания. Непосредственно из самого четкого жиросжигания. То есть вы можете сжигать жир с низкой интенсивностью, пока вы не едите, и симпатическая нервная система работает, вы на дорожке не бежать. Не там как тогда, а именно быть просто активными в умеренном формате. И вот получается у вас да такая история. Мы с вами, ой, какие молодцы, 20 кардио все супер все замечательно работает парасимпатическая нервная система работает да после сна у нас высокий объем гормона роста который еще раз сохраняет мышцы и помогает же то есть все это в одно яблочко да то есть в одну цель прилетает и вы там до четырех не едите и у вас такая высочайшая продуктивность у вас такая да там функция в организме ярко выраженная вы просто молодцы да и вы по работе много успели физически много успели и после четырех например когда вы уже начинаете полноценно есть у вас что может быть за прием пищи да здесь в четыре у вас да. и особенно если вы новичок, да, вы там э, э, авокадо, яйцо, кусочек сыра, что-то, где меньше углеводов. И дальше вы там съели, например, там 50 грамм сыра или там пол авокадо с солью, или там яйцо. И дальше через 15-20 минут можно еще один делать прием пищи. Да, дальше уже все равно. Дальше включается парасимпатическая нервная система, но важно, чтобы у вас не было большого скачка инсулина, чтобы вам сильно не хотелось спать после этого, понимаете? То есть э, уйти от этой истории приема пищи и большого объема глюкозы, чтобы вам еще раз не было сильно сонлива. И суммарно метаболический синдром и инсулиновая не должны заиметь место после открытия. То есть, когда вы делаете ПГ-протокол, желательно не просто есть все подряд, как вы раньше ели, а желательно прийти еще к осмысленности культуры питания. То есть, мясо, рыба, овощи, орехи, семена, сыры, чтобы у вас из дневного БЖУ было 15% на углеводы в лучшем случае, а не 70%. То есть, каши, рис, хлеб отставить. История с тем, что вы практикуете интервальное голодание для того, чтобы потом отрываться после половины дня, и диета воина, это все бред. То есть вы едите тортики после середины дня, и при этом вы типа а худеете, и вы там ваши 2500 калорий съедаете за один прием пищи, даже после там 5 вечера, но при этом вы можете себе позволить сладкое. Так это не работает, ребят. Вам каждый грамм съеденного, который вы едите, тело будет использовать в стройку. То есть задача какая? Не просто составить свое меню, питание, рацион свой с бухты-барахты, да, вот важно понять, что кирпичи на стройке, значит, вот это важно если вы инвестируете в свое здоровье вы хотите чтобы каждый кирпичик на вашей стройке был максимально качественный чтобы каждый кирпичик который вы привезли на строительство дома в котором хотите жить сто лет с вашей семьей с вашими внуками и правнуками чтобы каждый кирпичик кирпичику был супер качественный чтобы все стояло веками да и вот здесь важно очень э, не использовать интервальное голодание, как, опять же, индульгенцию, то есть кто-то приходит к интервальному голоданию или к отсрочению завтрака, потому что вчера нажрались, как свиньи, и сегодня хотим, типа, похудеть, или чтобы не пошло жир, поэтому мы, типа, голодаем. А кто-то это делает, чтобы и на вечер планировать нажраться галетного печенья или овсяного печенья, чтобы оторваться, и чтобы не шло в сало. Еще раз, по итогу, каждый грамм того, что ты ешь, это строительство твоей стены. Стена твоя, каждая клетка твоя строится из аминокислот, белка, из жиров и липидов, из аминокислот, которые мы получаем из качественного полноценного животного белка, и поэтому, если ты э, хочешь, чтобы у тебя было качественное, да, построенное тело, то задача не выбирать то, что хочется, а то, что нужно мы едим и то, когда нужно, а, значит, э, потому что в противном случае у нас с вами будет вот такая история, смотрите, некачественные кирпичи, потому что их проще привезти. Вы привезете на стройку гору битого кирпича, из которого, из крошки мы будем пытаться собрать, понимаете. Мы привезем какие-то кривые абсолютно да, строительные инструменты, которые будут просто трескаться во время укладки этого кирпича, и будет беда и горе. То есть вы не сможете построить тело своей мечты. Вы сможете похудеть на мороженом, на бигмаках и сникерсах. Это факт. Ты можешь похудеть и ты можешь быть на периодическом голодании и есть после обеда все, что ты хочешь, но тело не будет здоровое, тело не будет по-настоящему. там был, я знаю. И Я даже вам делал первое видео, называется там что-то там о периодическом голодании, когда у меня сын э, даже не ходил. То есть сыну было 3 месяца или 4 месяца. Первое видео виральное, которое у меня зашло, э, на нем там более 200 тысяч просмотров было, быстро достаточно. И вот интервальное голодание оно называлось. Оно вышло 8 лет назад. И тогда я вам в этом видео сказал, я ем все, что хочу после обеда на периодическом голодании. И я делал так, и я по итогу пришел к выводу того, что так не работает. Тебе все равно придется заплатить за некачественные строительные материалы. И ты, если построишь из говна, ну и будет говном. Да? Методика интервального голодания, она работает хорошо, когда у тебя качественный кирпич на когда у тебя укладочка идет просто шовчик к шовчику прям очень хорошо. да, И Мясо и салат лучшее, что может быть для твоего организма. Вовремя! да, то есть, дальше мы с вами переходим на что, вот у нас был прием пищи первый там в 4, например, мы открылись, так называемое открытие, то есть, это первый старт, когда начинает работать поджелудочная, желчный, кишечник, там что-нибудь или сырочек, или, да, э, авокадо, или яйцо, кусочек колбаски, там качественное только, или кусочек мяса, ну, что-то до 200 калорий, да, чтобы дать мягкий вход в работу вашему ЖКТ, а потом через минут 30 вы можете уже давать хоть основной прием пищи, хоть здесь, да, хоть где угодно. Задача такая. Остановить. То есть, если мы понимаем, что мы будем спать, ложиться в полночь. Да, то есть, если вот здесь, вот мы пойдем с вами спать, как мы с вами начали, отчет с полуночи. Если вот здесь мы спим, то вот это окно. Принятие пищи здесь, грубо говоря, до 10-30 длится. То есть старайтесь за полтора часа до сна уже не есть, чтобы первый вот этот да, скачок вашего гормона роста в глубокую фазу сна, которая наступает в час 30, не был, скажем, отодвинут высоким уровнем работы парасимпатической нервной системы. Если вы поели, сразу легли спать. То есть появились, сразу легли спать, скорее всего, первое окно не будет давать вам гормон роста, потому что там будет инсулин, он будет антагонистом работы вашего СТГ. И вы можете полагаться только на вторую или на третью глубокую фазу сна. Лучше всего поесть за полтора часа до сна. То есть вы начали в 4, последние 10-30, да без проблем. Да? Для большинства людей вот это окно, Приема пищи с 4 до 10.30 его более чем достаточно для того, чтобы здесь нафигачить, простите, пожалуйста, за мой французский, сколько вы хотите а, приемов пищи. У вас может быть сколько вы хотите приемов пищи. 10, 2, вот здесь у вас прием пищи, вот здесь у вас прием пищи, вот здесь у вас прием пищи, да сколько хотите. Я рекомендую 2 приема пищи, потому что у вас, смотрите, помимо того, что вы едите, вы должны понять, что у вас главный сдерживающий фактор, какой? У вас главный сдерживающий фактор, ребята, в этом во всем... Мероприятия. это калории то есть большая часть людей должны потребить за день э, 2000 калорий понимаете какая фишка 2000 калорий мы должны с вами потребить за день э, ну или две с половиной тысячи калорий э, то есть мы не потребляем с вами бесконечное количество калорий э, вот это вот очень важный момент смотрите 2000 калорий. Да, вот у тебя здесь написано 2000 калорий сверху. И ты можешь их растянуть еще раз по 500 калорий. Раз, два, три, четыре. Да, пожалуйста. Ты можешь сделать первым прием пищи 150 калорий, потом один 750, а потом другой чуть позже там на 1200. Да, без проблем. Вы можете сделать хоть как хотите. В 4, в 5, в 6, в 7, 8, 9, 10 по 150, 300 калорий. Ну, нормальный человеческий прием пищи, это кусок мяса и салат. Например, у вас идет там, ну, 8 вечера, да, на там, тысячу калорий. И до этого вы сделали еще там в 5, например, какой-то прием пищи, там на 800 плюс открытие. Хотите? Если вы чувствуете себя комфортно, я, например, ем как можно позже. Например, в 8 или в 9 у меня основной прием пищи идет, и он сразу у меня идет там, на 2000 калорий, например, так. Или разделенный и 8, и затем, например, там, в районе половины десятого здесь. Полторы и тысяча может быть так, если большущий расход. То есть не, не, не проблема. Вы мож... После открытия уже на самом деле все равно, сколько будет приемов пищи, потому что гормон роста прекратил свою работу, и потому что у вас... Фактически э, уже э, аннулирована работа симпатической нервной системы. И здесь вы отталкиваетесь только от колоража, понимаете? Вот это важно. Только от колоража вы отталкиваетесь, и сколько у вас калорий на день. Хотите, можно даже сделать один прием пищи в 8 вечера на 2000 калорий, сразу открыли, сразу съели. Да, без проблем абсолютно. Особенно если у вас есть практика ПГ, и будет вообще все круто. А, вот это очень важные моменты, которые я хотел вам объяснить относительно интервального голодания. Что это дает? Это дает тебе, пока ты не ешь и с момента пробуждения у тебя проходит какое-то время. А, вот это, да, зеленая вся шкала это у тебя работа твоей э, значит, симпатической нервной системы. Э, в Ютьюбе сейчас посмотрим, если у нас, да, да, работаем, не работаем, дайте мне фидбэк, пожалуйста, ребята, надо, вот в студии интернет решил отвалиться в какой-то определенный день, молодцы, но пишите, пожалуйста, если сейчас идет у нас интернет, если у нас все функционирует, и вы меня видите, слышите, потому что дальше тоже я должен еще много рассказать, ребят, вживую работаем, дайте, пожалуйста, э, э, фидбэк, работаем, работает, все круто, все видно, сейчас перепроверяю заодно у себя здесь в Ютьюбе, если у нас идет трансляция и все у нас функционирует. Так, вроде бы все работает. Все четко, да? Все, все замечательно. Значит, смотрите, какая штука, ребята. А, мы с вами обсудили ПГ-протокол. И основа здесь э, вся отталкивается от СТГ, самототропного гормона роста человека, который категорически для вас важен. И если у вас позже прием пищи, и у вас правильное распределение БЖУ, то у вас не будет главного э, триггера проблем со здоровьем современного человека, это метаболический синдром. То есть, если у вас мясо, рыба, овощи, орехи, семена, сыры, и после четырех прием пищи, то у вас главный убийца, ишемические болезни сердца, рак и инсульты, Абсолютно не про вас. То есть вам не страшен метаболический синдром. Это самое важное, что вы должны понять. Вы выходите из зоны риска этих всех мероприятий. Одно но, как всегда в этом во всем мероприятии. Одно но. Все круто разрисовал, все круто расписал, все круто разложил по полочкам. Но одно но. М? Одно но, ребята, во всем этом мероприятии. Это вот это. Моя любимая фраза, моя любимая главная мудрость, которую мы с вами семь раз отмерим и один раз отрежем, это боль дисциплины или боль сожаления. Вытерпеть, вымучить боль дисциплины или же дальше терпеть боль сожаления на завтрак все в семье жрут все подряд. На обед все едят, едят пиццу и на ужин жареную картошку с сосиской. А вам, блин, здесь нужно мясо и салат. Часто будет приходится готовить самому. Часто вам придется не ходить в кафе с теми, кто э, привык, с кем мы ходить привыкли. Да? А вы берете на работу с собой судочек, да, тормозочек. Вы берете мяско, вы берете помидорчики черри, и вы кушаете там яблочко и орехи у вас на десерт, да, на обед. Когда они идут в столовую, едят рис с какой-то похлебкой и булочку с вишней, и теплый сладкий компот на сладкое, понимаете? После обеда они засыпают, а у вас после обеда, наоборот, прием пищи стимулировал вам. Да, парасимпатическую, но у вас нет скачка инсулина, у вас нет сонливости, вы успеваете в два раза больше, чем ваши коллеги э, по работе после обеда. Боль дисциплины или боль сожаления, ребята, это самая главная, скажем, валюта, которой вам нужно оплатить это все мероприятие. Это одно но. Других но просто нет генетически, эволюционно, антропологически, как хотите это все называйте, это нам выгоднее вот так работать в таком формате. История с язвами, с гастритами, тысячи случаев людей обращения к нашему ПГ-марафону с вопросами здоровья. Всегда мы лечим и капустный сок, и натриевые воды, и разного рода другие соки, которые лечат от хеликобактера до язв. Никогда в жизни вам отсутствие завтрака не повлечет за собой гастриты. Еще раз, ребята, люди не понимают, о чем они говорят. Люди не понимают, когда говорят, что мышцы распадаются, сжигаются там. Да. И еще раз, я сейчас выложил: вот только что я выложил вам фотографию в мой общий инстаграм своей актуальной формы после вчерашней тренировки, ребята. На фоне практики более 10 лет интервального голодания. И да, я пришел к этой схеме, о которой я сейчас с вами говорю: не сразу и потребовалось какой-то время но ребята это же все да как бы опыт и практика и мы с вами понимаем видим что и как это работает то есть вот только что я выложил для вас да свою там последнюю форму которую держу на данном этапе стабильно круглый год эта форма ребята пускай она да там не похожа на форму бодибилдера но мы сейчас с вами откроем, допустим, Инстаграм. Посмотрим, если у меня зайдет здесь. Оно в Инстаграм. А ну, давай, ворон, так это не то. Значит, Инстаграм. А ну-ка, давай, откроешься ты мне или нет? Значит, так, ну, как для педагога и как для препода, так сказать, да, как для учителя, ребята. Нормальная абсолютно форма. Ничего абсолютно. В ней сверхъестественного нет, еще раз, ну как для отца троих детей и для педагога и учителя абсолютно нормальная э, форма. Э, так, это вот после бани, это вот здесь, вот эта вся история, оно вот, да, здесь. Так, смотрим. Э, вот в состоянии, в котором вчера после тренировки, да, плечи, руки, ноги, все как бы на месте, все как бы есть. Если вот здесь вот так отмотать, э, то э, у нас, где здесь это была история. Вот эта фотка мне вообще похожа, да, там есть один персонаж, там, ну, прикольно, значит, вот это вот. Еще раз, все, абсолютно, никуда абсолютно не деваются ни мышцы, никуда, никуда абсолютно ничто не девается, ребята. Другой ракурс, в котором, да, ты находишься, плечи, грудь, мышцы, спина, все на месте абсолютно, ребят. Не бойтесь этих всех инструментов, которыми я с вами делюсь, потому что, еще раз, Оправдать отсутствие экшена и действия, э, оправдать отсутствие возможности дисциплину эту практиковать э, тем, что та ну нафиг, э, это не для нас, это сложно, это больно. Это, ну, всегда получится это сделать. Всегда получится, но твое тело нуждается в другом. Твое тело нуждается в том, чтобы у тебя был дискомфорт. Дальше смотрите какая штука, ребята. Это что касается стандартного ПГ-протокола. Еда с четырех. Вы можете пойти на шаг дальше и сделать еще один важный инструмент. То есть у вас дальше есть возможность включить аутофагию, процесс, который на клеточном уровне использует в энергию не незаменимые клеточные структуры. И аутофагия, ребята, обычно у нас включается э, с э, минимум 12 часов без пищи. То есть 12 часов без пищи, это то окно, то есть мы с вами, да, заново давайте отрисуем, смотрите, у вас, вы спите с 12, час 30, 2.30, 4, это ваши окна, значит, в которые у вас выделяется гормон роста. Вы просыпаетесь в 7, считайте, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 часов вечера. С 7 вечера после пробуждения в 7 утра, если вы оттянете хотя бы там до 9, да, вот здесь будет у вас первый прием пищи в 9, вот с 7 до 9 вот это окно, это мощнейшая аутофагия. на клеточном уровне ваше тело использует в энергию ненезаменимые клеточные структуры это на практике что это означает это означает что миомы кисты аденомы папилломы любые доброкачественные и злокачественные то есть если вы уменьшаете объем сахара и если вы делаете супер длинный ПГ протокол если у вас рак то это ваш главный инструмент, который вы можете со своей стороны, помимо химии или каких-то других мероприятий, использовать. И мы видим, как на высоком ПГ-протоколе, когда еда с 7 после пробуждения в 7, или если вы стоите в 6, то еда после 6, 12 часов без пищи дают вам мощнейшую аутофагию. И мы видим, вот приходит девушка, у нее миома размером с кулак. Через полгода практики высокого ПГ-протокола она приходит на контроль размера, если миома прогрессирует, она стала в два раза меньше. Через год работы миома полностью ушла, и врач говорит, это невозможно. Конечно, миома будет расти на фоне метаболического синдрома, высокого инсулина, высокого эстрадиола. Она будет на гормоносочувствительных тканях расти. Единственный формат ее удаления это хирургический. Но если вы сможете аутофагию поддерживать, то вы Будете избавляться и от даже таких процессов. Но это еще сложнее, когда вы делаете ОМАД или One Meal a Day, один прием пищи, или, грубо говоря, там полтора часа окно в сутки, когда вы едите мощнейший инструмент, который ваше тело вводит в состояние поиска. Uh, еще раз, не незаменимых источников аминокислот. То есть ваши мышцы никуда не деваются. Большую часть года я нахожусь на вот этом МАД-протоколе. Еще раз, мои мышцы никуда не деваются. Я с вами всегда в строю, я ем полтора часа в сутки. Большую часть года 99% иногда какие-то чаще. Да? Это мощнейший инструмент аутофагии. И опять это не работа с крысами и мышами, это не какой-то там, значит, теоретический формат, это все эти годы практики, ребята. И дальше, и есть еще третья стадия, ребята, это не думаю, что большая часть из вас будет практиковать и включать, это работа стволовых клеток. Стволовые клетки, stem cells, которые могут в вашем организме, мышечную ткань, нервные соединения, опорно-двигательные, красные кровяные тельца, значит, эпителиальные стенки клеточные, восстановление мозга, восстановление опорно двигательной восстановление суставов. Это потрясающий процесс, который стволовыми клетками реализуется. Это дальше еще на шаг, если вы будете включать. И если вы будете делать 48 или 72 часа голода, 48 или 72 часа голода. То есть, если у вас вообще нет приема пищи, вы проснулись э, в э, 7 утра, да, вот здесь, у вас до этого ночи было в час 30, в 2.30, э, там, в 2, в 3, в 4, все равно. Эти приемы, да, выработки вашего гормона роста, и вы проснулись всем, и у вас полностью все сутки без пищи, и вы ложитесь спать без еды, и вы легли спать без еды за весь день. И когда вы спите после дня без пищи, помимо того, что весь дебет с кредитом, который вы энергетически потратили за день, все будет из разжигания. Естественно, альтернативных источников нет. Значит, ночь после дня без пищи стимуляция в вашем организме стволовых клеток будет значительной. И в ночь после дня без пищи стволовые клетки будут драматически работать вы именно в ночь, да, и столько важных мест, в которых ваши стволовые клетки могли бы поработать, но, к сожалению, мы в большинстве случаев не даем и вообще не задействуем их. Еще раз, ребята, от состояния кровотока до жиросжигания, от восстановления опорно-двигательного до заживления повреждений нейрологических, омоложения просто и укрепления опорно-двигательного стволовые клетки, это фантастика абсолютно мощнейшая. Есть терапия стволовыми клетками, когда обкалывают стволовыми клетками, они творят чудеса. Так вот, вы можете Заставить свои стволовые клетки, которые в вашем организме возможно стимулировать 48-часовыми голоданиями. Сейчас мы не будем супер подробно об этом говорить, но вот если вы в четверг поели вечером, пятница без еды, и в субботу после обеда вы поели. Вы уже включили этот процесс. Это очень мощный инструмент, и открытие дальше там точно такой же, прям пищи, как мы только что обсуждали. У вас там кусочек мяса, кусочек сыра или авокадо, или э, значит, неуглеводистая, до 200 калорий. Вы даете дальше через там Сейчас полтора идет прием пищи основной. Это основа работы вашего тела, ребята. 99% из вас, которые смогут каждый день отодвинуть завтрак, уже будут рассчитывать на работу самотропного гормона роста человека. Кто-то может есть чуть-чуть позже, и тогда вы можете рассчитывать на аутофагию, кто-то будет делать раз в месяц или раз в полгода стволовые клетки, стимулирующие 48-часовую или даже 72-часовую на промежуток. Но это мы сейчас не будем там глубоко. У меня есть отдельные ролики, которые уходят в глубину 48-72 и 96%. Кому это важно, кому это нужно, больше. 96 не нужно. Но из 365 дней в году каждый день вы можете делать отсроченный прием пищи. Это очень просто, это очень естественно, это очень для вас выгодно в плане и финансов. И в плане и работы, и учебы, и семейного, социального. Еще раз, вы тратите меньше на еду, ну да, вам нужно более качественные продукты покупать, но вы не покупаете филе миньон. Вы покупаете говядину, вот я тоже на днях купил 3 кило говядины, стушил, и она у меня на пару дней после обеда я ем. Помидорчик-огурчик-салат, или там квашеная капуста-салат, очень простые продукты, да, и кето-десерт какой-то, опять же, под видео на ютюбе, у меня есть ссылка на мой телеграм, пожалуйста, смотрите, там есть куча рецептов крутых. Так вот... Фишка главная в том, что это и финансово более выгодно, и продуктивнее по работе, и все. Единственное, еще раз, кто к чему мы приходим, ребята, это вот здесь. Боль дисциплины или боль сожаления. Боль дисциплины или боль сожаления. Это главный инструмент, которым ты оплатишь это все мероприятие. Хочешь выглядеть лучше, чем твои одноклассники, одногруппники или твои коллеги, или ты хочешь похудеть, или ты хочешь влезть в свое там старое платье, или ты хочешь просто быть для своих детей, когда тебе будет 75, и ты хочешь быть в состоянии, чтобы тебе оставили внуков, или даже правнуков, и чтобы не за тобой дети досматривали, чтобы ты досматривала, да, нужно, чтобы быть в максимуме своего потенциала, вот эти знания применять каждый день, ребята. И тело ваше последует, и тело ваше послушает, и тело ваше пойдет за вами. Пальцем, пожалуйста, наверх поддержите, ребята, и обязательно подписывайтесь. Каждый божий день мы работаем ради вашего здоровья здесь вместе. И я, конечно же, жду вас в моем курсе ПГ-марафон, где я уже лично вас буду консультировать и с разборами анализов, и со стимуляцией ваших непосредственно индивидуальных гормонов, кому что нужно по витаминам, минералам, как подогнать программу и как составить в бытовухе все это. Еще раз, все мои личные консультации и все мое видение в рамках ПГ-марафона Каждый месяц стартует у нас курс, где там 50 мест свободных. Вас нас 4 миллиона смотрит, я вижу. Еще раз, 99,9 будете смотреть дальше ролики. И прошу вас, вы будете работать самостоятельно. И где вы будете работать и как вы будете инвестировать, это очень важно, прошу вас. Дальше после этого видео, ребята, те, кто работают самостоятельно, еще раз, 99% из вас, вы смотрите вот этот ролик. В YouTube зашли и написали, Алексей Ворон, сало, яйца, мясо понижают плохой холестерин. Пожалуйста, вот это видео, оно вам просто будет мощнейший инструментарий и поможет вам дальше строить свой график и строить отношения к своему телу. Для тех, кто идет к нам на 15 сентября в курс, пожалуйста, проходите быстрее к регистрации, потому что такое количество э, в сентябре вот сейчас начался, и все рынулись просто срочно нужно на 15 сентября ребят быстро заканчиваются свободные места в нашем курсе я, еще раз я лично уже консультирую под видео в youtube вы раскликнули описание вот здесь у вас инструкции pgmarathon gmail.com все что входит в нашей 21-дневной программе по-настоящему то что меняет жизни ребята еще раз мы не делаем консультации индивидуальные потому что это просто воровство я считаю это не педагогично это некорректно и люди за часовую консультацию усваивают 2% информации, потом им нужно покупать новую консультацию, считаю, что это нечестно. По-настоящему честно, и в Инстаграме у вас вот этот здесь пост, самый первый, написано регистрация в новый сезон открыта, вот здесь у вас. По-настоящему честно, это записаться на оздоровительный курс, который три недели дает тебе в свободном формате, в свободном посещении возможность получить костяк знаний на всю жизнь вперед, ребята. Вот это качество, ребята, я считаю.